Закрыть шторы, Пауль. Мы проезжаем мимо Черного леса. Здесь отряд Стратиона? Да, здесь. Удивляюсь вам, полковник. Да. С вашим талантом разведчика, с вашим международным опытом вы до сих пор не можете изловить его. А вы попробуйте поймать эти искры. Во всех селах у него свои люди. Прошу вас. Благодарю. За ваш успех. Благодарю, полковник. Прошу. Да, кстати. Вот, полюбуйтесь. Это наш взорванный эшелон. Это сгоревшие казармы. А вот это они. Так, Стратион местный житель? Да. Говорят, был сельским врачом. Хирург? Нет, детский врач. Да, нелегкую задачу вы мне задали. Однако вы неплохо справились с теми неуловимыми партизанами. Совершенно случайно. Мне помог старик Гомер. О. Что ж он вам подсказал? Я не помню, как точно у него в Илиаде. Приблизительно так. Странный подарок. Конь деревянный пожаловал в Трою. А темной ночью из чрева коня вышли воины в латах. И Троя погибла, от сна не успев пробудиться. Я вижу, и Гомер может на что-нибудь пригодиться. За троянского коня? Стою, молодёженька, одиной одна. Я стою, молодёженька. Сидите, сидите. Чем озабочен, командир? Да вот опять этот капитан Ворон. Вчера наши хлопцы должны были взять продовольственный склад в Криничанах. А он накануне перестрелял всех полицаев. И немцы теперь поставили там такую охрану, что ни пройти, ни проехать. Что ты будешь делать? Выходит, помешал нам? Я так полагаю, Иван Тимофеевич, его надо найти. Да, координация необходима. С кем пойдешь в разведку? С кем? С Борисом. Куда же он без меня пойдет?
Видишь вон село? Ну? Там живет моя Галинка. Заедем туда, Иварин. Мы и так опаздываем. Немеччину гонит. Дядя Игнат. Да? Здесь поблизости село. Мы там держали оборону. Помнишь, я тебе рассказывал о ранении? Ты про Галинку? Нельзя, перебил. На несколько минут. А что я скажу Стратиону? Тогда я сам. Кто там? Я. Кто я? Слава богу, ты здесь. Конечно, здесь. Подожди. Тихо. Входи. Я искал тебя там. Тише. Дай воды. Как ты здесь очутился? Хорошо, что ты здесь. Только что заходили немцы, спрашивали о каком-то Стратионе. Что за скрип? А? Не знаю. Довелось же нам встретиться в такое время. Не говори так, Перепел. А как же мне говорить? О чем думать, что делать? Перепел. Меня больше нет. Теперь только ты и я. Собирайся. Тихо, тихо, Зорька, успокойся. Не могу я, Борис. А как же мама? Мама, я уговорю. Ведь не сегодня, завтра угонит и тебя. Не могу.
Я должна тебе сказать все честно. Понимаешь, я... Немцы! Немцы! Я за тобой еще вернусь. Жди в пятницу ночью. Ирина, он самый. Где же Перепел? Он к ребятам подался, боится тебя. Ну что ж, докладывать? Рассказывай. Не нашли мы этого капитана, черт бы его драл. Обшарили все хутора, балки, перелески. Нигде нет. Да. Очень плохо, Еварина, что вы его не нашли. Неуловимый. Узнали только, что отряд его называется Ураганом, а сам он из окруженцев. Да. Пошли. Немцы духу его боятся. Понимаешь, проезжаем мы мимо горелого леса. Что за черт? Дым столбом, ничего не видно из-за леса. Спрашиваем, в чем дело? А люди и говорят, это капитан Ворон фрицам жизни дает. Эшелон танков под откос пустил, понимаешь? Здоровья, Варина. Здоровья, да. Бери. Угощайся.
Спасибо. Надо, пожалуй, Мельнику поиски поручить. У него ведь дружки во всех селах. Ладно, я им передам. А ты знаешь, Перепел в одном селе свою каханую нашел, еле вытащил его оттуда. Бедовый парень. Здравия желаю, товарищ командир. Прибыл из разведки. Слышал, слышал. Разрешите обратиться по личному вопросу? По личному? Ну ладно, заходи. Да иди, иди. Ну что, Перепел? Товарищ командир, девушку гоняют в Германию. Я знаю. Поймите, я, ей-богу, не знаю, что будет, если не сегодня-завтра угонят ее. Разрешите взять ее в отряд? Нет, Перепел, нет. Ну, представь себе, я приведу семью, Еварина приведет своих, все приведут. Ну, хорошо, я приведу ее не навсегда, а на время. Ведь не может это все продолжаться бесконечно. Ну, конечно, да. А я не могу ее оставить. Я бы умер, если бы она меня не вылечила. Нет, Перепел, нет. Я думал, вы меня поймете, товарищ командир. Понимаю, дорогой Перепел, понимаю. А если бы вашу дочь угоняли, товарищ командир, неужели вы бы допустили... Она смелая, в разведку ходить может. Ну, для лучшего разведчика, кого с ватами возьмешь? Балябина и Сидора. Беги. Гречко, дай попить. Это для невесты. Ну, ага. Ну, смотри. Тетя Настя испекла. Эх, хорош. Да. Вот это ковер. Дай соломки. Сейчас. Хлопцы идут! Где командир? У себя в землянке. Ну-ка, дай попить. В чем дело? Погубила она нашего Перепела. Ты говори, да не заговаривайся. Что говорить? Когда мы подъехали к селу и остановились, он нам оставил коня и пошел к дому. Эта тварь его и предала. Во дворе была засада. Командира сюда! Зачем командира? Сами судить! А Гречко ей воду из ручья принес! Правильно, Степан! Пристрелить ее надо! Продажная душа! А, Петро, что за шум? Разведчики вернулись. Ну как? Перепел пропал. Перепел? В засаду попал. Ты понимаешь, невеста, Борис пришел, а там немцы.
Хлопцы хотят ее на дубу повесить. Так она здесь? Здесь. Привезти. Сколько раз я говорил, не должно быть женщин в нашем отряде. Боже мой, невеста это ты. Пусти! Ну, что скажешь, командир? Нашего Бориса предала. Ничего себе, ловушку устроила. Не знала я о засаде. Откуда же немцы у хаты? Не знаю. Может быть, мужа моего искали. Какого мужа? Муж объявился. Капитана Ворона. Ворона? Да. А где он сейчас находится? Что ты молчишь, змеюка? Был в Павловке. Врет она все. Никакого ворона не было. Ты лучше скажи, почему тебя в Германию не угнали? Да. Не знаю. Врешь! Честное слово, не знаю. Убить ее мало. Такого парня погубила. Что будем делать, командир? Не знаю. Это моя дочь. Что не спите, товарищ командир? Не спится, Петро. Как же это все получилось? Да. Не знаю. Представляю маму, когда она узнает, что Стратион это ты, а тебе ходят разные слухи. Спи. Сплю. Прошлой осенью мы с мамой копали картошку. За вороном гнались немцы, он спрятался в нашей хате. Босой. Значит, у нас жил капитан Ворон. Ты его любишь? Да. Он часто бывает у нас? Нет, редко. Ведь теперь у него отряд. Он интересовался Стратионом? Нет, он только рассказывал о нем. Ведь мы с мамой не знали, что это ты. И слава богу, что не знали. А мельник Никодим привозил вам муку? Привозил. Он что-нибудь знал о вороне? Нет. Почему же вы ничего не сказали? Хотя бы Никодиму. Он не разрешал. Ладно, спи. Я очень люблю его. Выходи. Итак, Пауль,
Я уже позаботился о вас. Господин полковник, прикажете везти? Да-да. Довезете до леса, а там как условились. Есть. Сегодня мы сыграем небольшую шутку. Узнаете, штурмер? Вперед! Да, но судя по его виду, он ничего вам не сказал. Неважно. Он кое-что расскажет Стратиону. Надеюсь, теперь Стратион поверит вам. Как же им удалось бежать? Этого мы не знаем. Нашли его у лесничества, всего изранено. А он что, без сознания? Да нет, только ранен сильно. Говорил что-нибудь? Говорил. Да, просил обязательно к партизанам доставить. Это я виноват, Борис. Командир, я слушаю тебя. Ворон, скажите, пусть уходит из Павловки. На всех допросах меня спрашивали о нем. Хорошо. Галинку надо спрятать. Немцы знают, что Ворон... Хорошо, Перепел. За сто голов по краю.
Товарищ командир, по вашему приказанию прибыли. Ага, ребята. Есть новое дело. Пойдете в село, передадите трубачу. Получены сведения, что в район прибывает новое подразделение румын для борьбы с партизанами. Необходима совместная операция. Пусть выяснит количество войск и вооружения. На обратном пути зайдете к Никодиму на мельницу. Там, говорят, часто бывает ворон. И вообще, разведайте, как и что. Ясно? Ясно. Долго не задерживайтесь, в селах опасно. Можно идти. Счастливо. Передайте от меня привет ворону. Передадим, если не забудем. Никаких приветов. Зачем так грубо? Ворон ее муж? Мне кажется, она приносит несчастье. Да не прав ты, Павло. Война войной, а любовь будет любовью. Ну да, конечно, рожать не воевать. Мы здесь воюем, а они там... Там что они там? А то, что Перепел за нее жизнь отдал. Она предала его, не за понюх табаку. Ох, и человек ты, Боляев. Ненавижу их всех. Галинка, вы не слушаете Болявина. Ваш муж хороший командир. Я это знаю. Если мы его встретим, может быть, нужно что-нибудь передать от вас? Не надо. Да вы напрасно переживаете. Вы ведь ни в чем не виноваты. Я не переживаю. Галинка, я вас тогда обидел. Пожалуйста, простите меня. Я все забыла. Я сейчас. Отец, почему ты не хочешь, чтобы ворон пришел к нам? Я не знаю, где он, что с ним. Я вижу плохие сны и чувствую что-то неладное. Дочка, я тоже вижу плохие сны. Что же из этого? Ну, хорошо. Хорошо, я все понимаю. Понимаю. Видишь ли, все не так просто. Есть вещи... Конечно. Мне не понять. Ты всегда был таким. Ты всегда жил только для других. И даже сейчас, когда... Не забывай, что идет война. Еще бы. В любую минуту его могут убить. А он даже не видел нашего ребенка. Подожди немного. Сейчас не время. У тебя никогда не было времени. О, Галинка, Галинка. Пусть он придет, отец. Нет, я не могу разрешить этого. Очень жаль. Тогда я сама пойду к нему в Павловку. Хорошо. Ты пойдешь к нему в Павловку. Но не от меня, а из дому от матери. Поняла? И запомни, ты никогда не была дочерью Стратиона. Ты что ж, ему не веришь? Ну, почему же? Верю. Но война есть война. Он тоже. Что тоже? Так говорит о войне. Ой, перестань ты. А ну-ка, закрой глаза. Ой, у тебя пальцы как железные. Закрой. А почему в глаза? Примета такая. Ни на кого смотреть не будешь, и меня не забудешь. Бойся наши, и же еси на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, дома на небесной.
И корочки красной, да по полторашечке бар. Не кощунствуй, не кощунствуй, Манжус. Не кощунствую, смиренно прошу. Не свести беду, насвищешь. Слышь, Галинка? Да, ты знаешь, Галинка, вот если бы не было войны, я бы, наверное, стал музыкантом и играл на трубе. Да. Разведка сообщила, операция прошла успешно. Потери? 3 человека. Охрана ликвидирована. Молодцы. Сейчас придем. Ну, Манжус, сам Бог велел нам выпить по чарочке. О! Этот парень принес хорошую весть. Хорошую? Наши ребята отбили обоз зерном. Все в порядке. Теперь мы будем с хлебом. А нас приглашают на мельницу отметить это важное событие. Держи. Ну. Мельник, а? Сколько за помол возьмешь? Как всегда. Ох и кулак ты, Никодим. А? Кулак. А вам что, захватите еще обоз? Вот селянам муки подбросить бы надо. Можно. А? Можно, говорю, можно. А вот если немец узнает, да село сожжет, а? Немец вас боится. Боится? Правильно. Караулы проверил. А? Караулы проверил, все в порядке. Нам радировали. Да он глух, как пень. Румыны вышли. Ворон. Давай уйдем отсюда. Пойдем. Браться на душе у меня нехорошо. А что? Веселимся, а кругом немец. Немец. Пуганый вороном куста боится. Да с таким командиром. А нас уже песни в селах поют. Одно слово ураган. Да ты про гнилой лес слыхал? Не слыхал. Не слыхал? А пришел он с танками. Как мы его под откос. А я слышал, что вместо танков металлолом нашли. Ах ты, гад, в отряде без году неделя, а нас позоришь? Спокойно, Деркач. Не пускай пузырей. Были танки, а стал металлолом. Правильно! За Манжуса! За победу! За Ворона! Вновь Одиссей хитроумный вернулся к своей Пенелопе. Много земель, много стран он прошел, покорив их навечно. Злой Цирцей чуть-чуть не был сам околдован. Но в дом вернулся, всех женихов истребив беспощадно. Я измучилась. Мы ведь так редко бываем вместе. Я не хочу, чтобы ты оставлял меня здесь. Успокойся. Больше ты никогда не будешь одна. Возьмем сюда сына. Хорошо? Вы похожи, как подсолнухи. Завтра пошлю за ним Манжуса. Не надо, у мамы ему лучше.
Командир! Румыны! Галинка, оставайся здесь. Не выходи из мельницы! По коням. Есть. Да. Пулемет на крышу. Есть. Галинка. Что? Иди на мельницу. Нет. Я буду с тобой. Галина Батьковна, командир приказал оберегать вас. А потом это не женское дело. Воевать должны мужчины. А женщины? Женщины? Ты чё, Тречечка? О, наши пошли. А ну-ка. Можно к вам? А? Товарищ командир, ребят сейчас с мельницы передали. Ворон лихой командир. А? Он сегодня провел такой бой. Целую роту расколошматил. А Галинка тоже там была? Да. Хорошо. Здравия желаю. Здравствуйте. Очень рад, товарищ Стратион, что вести о наших делах наконец дошли до вас. Слышали вас, капитан? Добрые дела. Только плохо, что мы не можем координировать наши действия. И часто мешаем друг другу. Да, я уже думал об этом. Но ведь для общих действий нужно доверие. Я вот вам верю, товарищ Стратион. А с вашей стороны я этого не чувствую. Война, капитан, война. Что ж поделаешь? Да, ну что ж, знакомьтесь, мои ребята. Ребята, капитан, у тебя бравые. А вот баба в каком чине у вас прибывает? Прошу не оскорблять мою жену. Жену? Ну, извини, капитан, откуда мне было знать? Товарищ Стратион, давайте ближе к делу. Я предлагаю вам прийти на соединение в наше село. Митинг организуем. Жителям радость, так сказать, своими глазами увидят, насколько стали мы сильнее. Нет, капитан. Устроим иначе. Ясно. Куда прикажете прибыть? Спрячь карту. На днях придет к вам связной. И сообщит наше решение. Ну что ж, подождем связного.
Когда-то этот замок был очень красивый. Смотри, какие окна, башня. Правда? Верно. А ты бы хотела жить в таком замке? Конечно, хотела бы. Ну что ж, одну половину я отвел бы тебе с сыном, другой собирались бы мои друзья. Тут есть где поохотиться. Я в детстве строила сказочные замки. Сказочные замки легко разрушаются. Тебя научил так ловко перевязывать? Война. Надо болеть, ребят. Пойди посты проверь. Есть. Ну что, пойдем на соединение, а? Вместе оно лучше. Спасибо. Теперь держись, фрицы. Пойдем, ты, наверное, замерзла. Да, уже прохладно. Оля, дай-ка уголечек. Спасибо. Не побрезайте, товарищ командир. Трофейный. Сами пробовали. Не отравленный. Ну, будь здоров. Там новеньких привезли. Хороший у нас ворон. Орел. Доложи командиру связной от Стратиона. Хорошо. Ну, как там у вас дела в отряде? Какие новости с большой земли? Пошли. Товарищ Ворон, подождите. Манжес, проводи к себе в комнату. Есть. А ты, Галинка, иди отдыхай. Я хочу знать, что случилось со Стратионом. А почему тебя так волнует Стратион? Он меня не волнует. Я просто так спросила. Ну, иди, иди, Галинка, ничего особенного. Просто Стратион прислал связного. Наверное, будем договариваться о соединении. Иди. Эх ты, четречечка, по песочечку золотишко моет. Молодой жулик, начальничка молит. Эх, Галина Батьковна, ложились бы вы спать. Супруг не скоро приедет. Откуда ты знаешь? Военная тайна. Ты начальничек, ключик, чайничек, отпусти до дому. Смотри, командиру скажу. И не скажете, и не скажете. У вас душа добрая. И вот что я вас попрошу. Помните, что сказал разбойник, распятый на Голгофском кресте? Нет, не помню. Не остави нас, Господи, своей милостью, егда приидеш и в царствие твое. Что тебе нужно, Манжус? Когда супруг ваш полком или дивизией командовать будет, шепните, чтоб батальон мне поручил. Я не вмешиваюсь в его дела. Век за вас молиться буду. Все грехи с вас сниму. Ну ладно, ладно. Эскадрон смирно! Шашки наголо! Рысью! Марш-марш! Эх, Галина Батьковна, да я же для вас верным псом буду. Скажи, Манжус, как погибли те двое новеньких? Подстрелили в карауле.
А кто подстрелил? Странный вопрос. Ты начальничек, ключик чайничек, отпусти до дому. Что с тобой? Не знаю. А ты почему не спишь? Да вот думаю, как нас встретит Стратион. В чем дело, товарищ Стратион? Капитан оружие не хочет сдавать. Отряд обезоружили у меня, хотят пистолет отобрать. Не беспокойся, капитан. Так всегда было, когда меньшее войско присоединялось к большему. Я о другом хочу тебя спросить. Не знаешь ли ты, почему в селах вокруг Черного леса немцы усилили свои гарнизоны? А черт его знает. Наверное, боятся вас. Вы же сумели пройти. Военная хитрость, товарищ Стратион. Хитрость. А как же немцы надули вас с металлоломом вместо танков? Да вот, разведка подвела. А почему вы меня допрашиваете, товарищ Стратион? Ну, какой это допрос? Стратион, тебе можно? Никодим, здравствуй. Ну, как живешь? Что, ранили? Как же? Твои ребятушки ранили. Ты брось, Никодим, что ты говоришь? Да-да, те самые, которые убили наших двух в затылок среди бела дня. Маншус их убил и трубача в придачу. Да ты что, с ума сошел? Маншус наш боевой товарищ. Ты же видел, как мы румын били. А что для немцев полсотни румын? Ну что вы, товарищ Стратион, батя что-то путает. Руки вверх! Живо! Давай! Пошли! А ну руки! Пошли! Гляди! Маншуса ведут. Деркача тоже. Да. За что вы арестовали наших командиров? Где наш ворон? Измена, братцы! Да, измена! Фамилия вашего ворона Штюрмер. Степчук, да? Пусть все уйдут. Пока мы одни, можем поговорить откровенно. Поговорить? О чем же? Да, я капитан немецкой разведки, вы меня расстрелять успеете. А живой я вам могу еще помочь. Да? Каким же образом? Слушайте. Ваш отряд окружен. У Черной речки находятся отборные части СС «Викинг». У Болотина жандармские батальоны. Вы понимаете, у вас шансов нет. Да хоть повернитесь ко мне лицом, вы к этой шлюхе отнеслись внимательнее, чем к капитану армии и фюрера. Сукин ты сын, ворон.
Увести. Геларина! С первой роты пойдешь по гнилой балке, ударишь в тыл. Балашов! Я! Чистым ключам, Яна Болотина. Слушаюсь! Петро! Тихо, хлопцы, гранаты беречь, без моей команды не стрелять. Товарищ командир. Да. Шифровка из главного штаба. Степчук. Я. Отведешь арестованного на лесной аэродром к деду. Дорогу помнишь? Я точно. Головой отвечаешь. Есть. Вот эту записку отдашь деду. Ясно? Так точно. Возьмешь с собой Грицка и Мороза. Хорошо. Это очень важно. Жаль хлопцев. Хорошо, если ворон заблудился в лесу. А если с моей запиской он добрался к немцам? Нужно радировать в штаб, отменить выброску десанта. Уже сообщил, отменить невозможно. К Василькову немцы, конечно, стянут свои войска. Всех расстреляют в воздухе. Да, в открытом поле на большаке нам с ними не справиться. Понимаешь, вот если бы они пошли по другой дороге. Что, мимо оврагов? Да. Там бы мы... Да, но как это сделать? Товарищ командир, немецкая автоколонна вышла из городка. Можете идти. Как же быть? Что придумать? А если не удастся их туда заманить? Да-да. Но операцию провести необходимо. Да. Ну что ж, будем стоять насмерть.
Да, насмерть. Скоро ли Василькова? Успеем, господин полковник. Удачливый у человека, Штюрмер. Раз удача, два удачи. Мой бог, надо же когда-нибудь и умение. Хорошо сказано. Это не я, это их Суворов. Район Василькова. Ну, слишком и туманно. Штюрмер. Я искала тебя. Будь осторожен, сегодня выбрасывают десант. Где? У татарского кургана. Господин полковник, это Галинка. Я так и подумал. Они хотели ее расстрелять. За что? Я его жена. Оказывается, все произойдет у татарского кургана. Они зажгут сигнальные костры. Так, простите, фрау, прошу. Вы верите ей? Да, верю. Это подтверждает наши данные. И кроме того, меня не обманывала ни одна женщина. Хорошо. Лейтенант? Карту? Есть. Разведку татарскому кургану? Есть. Капитан? Слушаю. Повернуть колонну? Есть. Давай. Если мы уничтожим этот десант, можете считать себя немкой. Благодарю вас, господин полковник. Скоро татарский курган, господин полковник. Да? Где же ваши костры, фрау? Костры будут, господин полковник. Господин полковник, костры на кургане. Хорошо, действуйте. Thank you.
Сергей, легковую пропусти! Там Галинка! Меня не обманывала ни одна женщина. Идиот! Болван! Кто ответит за это? Кто? Моя жена. Нет, дочь Стратиона.